Я понял тенденцию. Это просто не театр, это другое явление. Все, и другой способ коммуникации, и другой способ изготовления. Я в отчаянии. Вы присутствовали, может быть, однажды, может быть, несколько раз на судах Ходорковского. Но я получил от него короткое письмо. Хотя он человек театром, так сказать, не, специально не интересовавшийся. Особенная программа. Я плохой телевизионный зритель, но я ощутил здесь театральную декорацию определенного рода, в которой люди должны говорить об очень серьезных вещах.